Добрый день всем моим подписчикам и новым зрителям, с вами Виктория. Сегодня готовим клубничный торт фрезье. Фрезье – это французский торт с клубникой, бисквитом женуаз и нежным кремом муслин. За счет необычного оформления узор у торта получается очень красивый и оригинальный, и сам торт получается очень вкусный. Сначала приготовим бисквит. Для его приготовления нам понадобятся яйца, мука и сахар. Всего 3 ингредиента. Готовится этот бисквит без разрыхлителя и соды. 6 яиц разделим на желтки и белки. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы ни капельки желтков не попало в белки. А пока я занимаюсь яйцами, не забудьте подписаться на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. В чаше, в которой мы будем замешивать тесто, смешиваем все белки. Добавляем весь сахар, 180 грамм. И начинаем взбивать миксером в белую пышную массу. Этот процесс примерно займет у вас 5-6 минут. Масса должна хорошо побелеть и увеличиться в размерах. Взбиваем до устойчивых пиков. На венчиках должен образовываться так называемый клюв. Посмотрите. И только после этого добавляем все желтки. Продолжаем взбивать еще 1-2 минуты. Делаем это аккуратно, чтобы не перебить белки. Затем постепенно, небольшими порциями просеиваем 180 грамм муки. И с помощью силиконовой или деревянной лопатки перемешиваем плавными движениями снизу вверх. Просеивать муку нужно обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. Масса должна получиться пышная, однородная и воздушная. Подготавливаем форму. Я буду использовать кондитерское кольцо. Я его хорошо укрепила фольгой и установила на диаметр 24 сантиметра. Смазала сливочным маслом. И переливаю тесто в форму. Немного ее пристукиваю, чтобы вышел лишний воздух, и отправляю запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-20 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем до золотистой корочки и до сухой зубочистки. Даем бисквиту остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Затем достаем его из формы, убираем фольгу и даем полностью остыть. Прежде чем разрезать бисквит, я его заворачиваю в пищевую пленку и даю отлежаться несколько часов. Затем убираю образовавшуюся корочку и разрезаю бисквит на 2 равных коржа. Несмотря на отсутствие соды и разрыхлителя, такие бисквиты получаются очень пышные и вкусные. Приготовим крем-муслин. Для его приготовления нам понадобится молоко, крахмал, мука, яйца, сливочное масло, экстракт ванили. Экстракт ванили – это по желанию. И сахар. В сотейник наливаем 500 мл молока, ставим на небольшой огонь и доводим до закипания. 5 яиц разделим на белки и желтки. Нам понадобятся только желтки. Белки можно использовать для того, чтобы приготовить, например, безе и украсить ваш торт. 5 желтков смешиваем со 100 граммами сахара. Хорошо, тщательно перетираем все венчиком. Добавляем 1 столовую ложку экстракта ванили, 30 грамм муки и 30 грамм крахмала. Можно использовать что-то одно. Все тщательно перемешиваем до полной однородности, чтобы не осталось никаких комочков. И выливаем постепенно горячее молоко. Перемешиваем все до полной однородности и возвращаем массу в ковшик. Ставим на маленький огонь, доводим до закипания, все время регулярно помешиваем и провариваем буквально пару минут. Наша заварная основа должна хорошо загустеть. Посмотрите, вот такая примерно консистенция будет достаточно. Затем убираем ее с огня, переливаем в другую емкость и даем ей полностью остыть. Чтобы на поверхности не образовывалась корочка, накрываем ее пищевой пленкой в контакт. Заварная основа у меня полностью остыла, убираю пищевую пленку. Размягченное сливочное масло 250 грамм начинаю взбивать миксером до кремового состояния.
Постепенно к сливочному маслу добавляем по 2-3 столовые ложки заварной основы и продолжаем перемешивать. Крем должен немного побелеть и загустеть. Посмотрите, какой красивый и нежный получается крем, и получается он очень вкусный. Перекладываем готовый крем в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, то его можно заменить обычным пакетиком. Для сиропа смешиваем 100 мл воды, добавляем 2 столовые ложки сахара и несколько нарезанных клубничек. Доводим до закипания, провариваем 5 минут, процеживаем через ситечко и оставляем сироп остыть. И занимаемся клубникой. Клубнику нужно хорошо помыть, обсушить, подровнять снизу, чтобы она хорошо стояла, и разрезать напополам. Желательно, чтобы клубника была покрупнее. Собираем торт, на подложку выкладываем немного крема, устанавливаем кондитерское кольцо. В кондитерское кольцо вставляем ацетатную пленку. Если у вас нет ацетатной пленки, то ее можно заменить обычной пищевой пленкой. И выкладываем первый корж. Обильно пропитываем корж пропиткой. Эти бисквиты нужно обязательно пропитывать. И выкладываем клубнику. Вот так по стеночке. Стараемся подбирать клубнику одинакового размера. По всему кругу устанавливаем ее вот таким образом. Затем с помощью кондитерского мешка выкладываем крем. Стараемся сначала выложить крем между клубничками. И только потом выкладываем небольшую часть крема посередине. Затем с помощью ложки вот таким образом прижимаем крем к клубнике. Это нужно, чтобы торт хорошо держал форму и чтобы получился красивый узор. Оставшуюся клубнику я нарезаю помельче и выкладываю сверху. Сверху на клубнику выкладываем небольшую часть крема и все аккуратно разравниваем. Пропитываем второй корж и выкладываем его сверху. Смазываем оставшимся кремом. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник часов на 6, а лучше на ночь. Затем, по истечению данного времени, убираем кондитерское кольцо, убираем пленку. Делаем это как можно аккуратнее. Немножечко сверху подравниваем торт. Подготавливаем оставшуюся клубнику и украшаем наш торт. Украшать можно по-разному. Я буду украшать клубникой и листиками мяты. Торт фрезе получился очень нежный, вкусный и красивый. Обязательно приготовьте. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю приятного аппетита, всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.